Всем привет, дорогие зрители, с вами Оз, и это очередной день летсплеев на Advance RP White. Ух ты, куда ж прешь? Нормально вообще. И, в общем-то, как вы, наверное, уже и заметили, в общем, я продал свой банши и купил, в общем-то, такую Хантли. Ну, в общем-то, новостей много, надо рассказать, так что буду, в общем, обо всем по порядку. В общем-то, я ливнулся с РМ, просто потому что там уже делать нечего. Я не вижу там никакого смысла оставаться. И вот опять ДМщик. Ой, на Султане-то, на Султане, крутые, ёпта. В общем, в РМ, я думаю, делать-то нечего, собственно, уже. Ох ты же, ёпта. Вообще, меня еще дэмить начнут по-любому. Так, ну, в общем-то, там делать уже нечего. О, благо Хантли машина такая, что на крыше она не останется, она всегда перевернется. И, в общем-то, это очень клевая машина. Так, у меня одна звезда, главное, чтобы мед не прикопался ко мне. Так. В общем-то, как видите, бомжик, да? Нифига. Че у меня с артом-то? Ой, ну ладно, не буду таким крупным планом. Страшно становится. Так, в РМ уже никакого роста, ничего я не вижу. Просто и лидер мне, шапка на шапке, просто круто. Лидер мне не нравится этот, в общем-то, если когда лидер сменится, возможно, я вернусь. Но это еще не точно. А пока что я побуду простым пожарным, в общем-то. АФК без эскейп, нулевой ит. Красава вообще. В общем-то, пока что я побуду просто бомжиком-пожарником на Хантли. Вот это вообще на Кловере еще хуже меня, так что я еще тут не самый, так сказать, захудалый. Ну ладно, в общем-то, неважно. Сейчас мы, в общем-то, поедем, возьмем работу пожарного и будем, в общем-то, кататься по разным пожарам. А также между, так сказать, делом, между пожарами будем заезжать на шахту, чтобы купить металл. Потому что я посмотрел, там в доме у меня не фул металл, а меньше половины. Я там, в общем-то, помогал чувакам с РМ навозить металла на ранг. Ну, пускай, в общем-то, поднимаются. Я вот поднялся до 6-го. Дальше мне уже просто стало неинтересно, в общем-то. Я ливнулся, и пока еще даже не знаю, куда пойду. Возможно, я хочу вообще пойти как в банду, на НРПшную, да, вся фигня. Ну, в общем, хочу я в банду, но меня туда хер кто возьмет. Если кто-то есть знакомый в банде, ну, то напишите там в комментарии, если сможете меня принять. А, да, еще, кстати, я заметил, что меня все некоторые люди ищут по старому нику. Запомните, ник у меня Роман Бюхало, ёпта. Вот, запомните, как пишется, потому что некоторые еще думают, что я домино. Нет, это не так вовсе. Врачам с утра вообще нечего делать. Вот, кстати, я бы мог в МЧС пойти подняться честным путем, но я этого делать, наверное, тоже не буду. Я, в общем, не знаю, кем я буду. Пока, короче, я бомжик с улицы Негров Стрит. Так, ну, в общем-то, мы приехали к пожарке. Зачем-то круги делаю, ломаю свою машину. Да, кстати, вот эта система бензина мне очень нравится. Блин, запоминает. Можно теперь спокойно заправляться и все. И тебе, у тебя не заберут твои потраченные деньги на бензин. Так, ну, в общем-то, жмем двойку. И какую? Ну, пусть будет Лас-Вентурес. Мы же Лас-Вентуресе. Ну и, конечно же, я буду тушить пожары по НРП. Я буду их тушить. Ну, ездить на своей машине я буду. Ну, потому что это удобнее. Это просто неповоротливая пожарка. Давайте тогда съездим. А, да, еще, кстати, вот просто все хочу рассказать. Нифига он там. Просто хочу все рассказать. Это я же продал банши, я это
купил наконец-таки рюкзак себе, улучшение. Теперь я могу 1000 ПТ там возить, 50 металла, ну и так далее. И, в общем-то, денег осталось, сами видите, сколько, не так уж и много. Купил, в общем-то, Хантли, она и недорогая, и, в общем-то, очень удобная. И она на крыше никогда не останется, она сама, блин, переворачивается, это очень клево. На ней взорваться очень тяжело, ну, конечно, если тут будешь просто тупо врезаться во все подряд. Так, куда я? В общем-то, вот такие пироги. Зашел с утра поснимать, чтобы, потому что если бы я захотел днем снять, это, блин, пока ты зайдешь на сервер, ты просто изозлишься, потому что на сервере просто, блин, не знаю, косарь людей, и зайти просто, блин, очень тяжело. Решил сейчас зайти, думаю, засниму вот что-нибудь, расскажу. Вот вроде бы и рассказал. В общем-то, еду я. Еду. Фары уже не работают. Выеблю! Ух ты, я же, блядь, это ёбано. Так, ладно, неважно. В общем, я как всегда в своем стиле еду вот так. Не, так я ехать не буду. Так я уже один раз потопил, когда в РМ ехал. Ой. Что еще сказать, не знаю. Блин, а что-то нету этих пожаров. Что за фигня? Все потушили без... А, да, кстати, я же хотел посмотреть. Кто-нибудь есть еще пожарники? Пожарники... Да, о, Тревор, лол. Если я застану Тревора, то я его убью. Наверное. Тревор, ёпта. Вон он, СФ. Блин, вот дорогу неудобную сделали из ЛВ в СФ. Мосты вот эти. Ну ладно, мы доберемся. Хоть как-нибудь доберемся. Доберемся. Едем. Вон СФПД участок, там один кадет, который АФКшит на посту по-любому. По-другому и быть не может. И о, булка. Ну по-любому закрыта. Вот я даже не знаю. Ну ладно, ну попробовать. Как же можно не попробовать-то? Ну конечно же она закрыта. Так. И, кстати, на спине написано ЛВ... А, ФД. Fire Department, походу. Так, таксисты. Вот я думал, я все-таки думаю с утра пожарникам работать лучше всего, потому что нету этого. Зачем я это сделал, я не знаю. Меня сейчас тупо задэмят. Ну ладно, я пойду. Лол. Не, я туда не поеду. Я не настолько долбоёб, как этот таксист. А может у них ганов нет, я хер знает. Эти вояки, они ж фиг их знает. Как думаешь, что они без гана? У них там, блин, М4 и дигл, блин, и всего до хера. А если думаешь, что они сейчас дэмят, у них, блин, они только и ПГшат. Так, куда я... А, я же вообще на шахту собирался, что я сюда поехал-то? Можно вот в ПД заехать. Вообще по всем, блин, по авианосцу поездил, теперь можно в ПД заехать. Ой. Ой. Ой-ой-ой-ой. Лас Вентурас. Тфу, ну, блин, в Лас Вентурас ехать, а? Вы издеваетесь? Я только оттуда приехал. 2 минуты 50 секунд. Я успею вообще? Да ну не, вы что, гоните? Не, чё, всю карту я нахер не поеду. Не-не-не-не, спасибо, мне такого не надо. Я лучше поеду на шахту, закуплюсь 50... У меня вообще с собой
Стоп, а я не... А я... Нет. Где у меня металл-то? А, металл 0, все нормально. В общем, поехал я на шахту. Пожар, наверное, следующий пожар потушу тогда. Еще 2 минуты, еще 5 минут. Короче, надо еще найти что-то сказать. А, ну я знаю, что сказать. В общем, спасибо всем, ребятки, за 300 подписчиков. Вы вообще самые лучшие. Лол. В общем, всем спасибо. Мне очень приятно, когда цифра подписчиков перевалила за 300. Я такой думаю, о, хоть кто-то меня смотрит, мои говно летсплеи, ну ладно. В общем, так, в общем, уже дымлюсь, капец какой-то. Ну, на шахте работать, это уж вообще супер бичевская работа. Я думаю, мне уже поздно на этой работе работать. Все-таки дом, машина, бизнес есть. Уж думаю, не настолько я беден, чтобы на шахте работать. Думаю, вот хоть пожарник это, хоть пожарник, а на шахте работать это уже в конец вообще, когда будет у меня один косарь и уже ничего не будет, все продам и вообще все пропью. Нихера себе, всего 3 человека на шахте. Это вот я короче на шахте я 100 лет просто не был, я на шахте не помню когда был. Вот, первый раз я такой вижу, чтобы на шахте было 3 бомжа. Это реально впервые. Потому что раньше всегда хотя бы человек 10, а было. Вот 100% человек 10 было. Даже в такую рань. А сейчас 3 бомжа, ну это ну сли... А, нет, 4. 4 бомжа. Но все равно это очень мало как-то. Шахта опустела на Вайте. Все нынче мажористами стали. Как я. Так, и теперь я, в общем-то, могу закупать вроде бы 50 металла. Да, в общем-то, так я зафулю шкаф намного быстрее. Давайте, что ли, одного какого-нибудь бомжа возьмем. Прыгайте. Я не знаю, зачем, просто друга бомжа. Прыгайте. Ну. О, бомж, бомж будет работать. И фига этот бомж будет на лавке работать, нихера себе. Фига. А чё у него бичевский скин? Не, у меня тоже, конечно, бичевский скин. Ну ладно, рюкзак. Ну ладно, никто не хочет, в общем-то. Ну и ладно. Один в АФК ушел что-то. Так, ну ладно. Никто не хочет, я тогда поеду один домой завозить этот металл. Никто ко мне... О, мех. Мех, почини. Почини. Ну давай, ну почини, чё ты мне копсишь, сэр? Какой я тебе сэр? Сыр, ёпта. Стоять. Лол. 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 А, у меня же диглоид был. Вон. А! Он боится за свой дигл, бедный, да я тебя не собирался убивать, я тебе собирался одну ПТ выстрелить и все. Чувак, ну чё ты такой сыкотный-то? Лол. Окай. Ты напросился. Окай. Все, ёпта. Понял, на кого нарываться, ёпта. Чувак просто на... Вот реально, вот чувак нарвался не на того. Вот реально он нарвался на...
На меня, ёпта. Так, ну поехали, в общем-то, в Лос-Сандес, посмотрим, куда там нас завозят. В общем, а с Лос-Сандеса можно тогда уже и в Лос-Сандес. В общем-то, да, в Лос-Сандес сейчас съезжу. Правда, у меня машина того. Ну ладно. Ой. В общем-то, едем мы сейчас в Лос-Сантос, потушим этот пожар, если потушим, конечно. Ой-ой-ой, главное ни в кого не в это. Сами знаете, не въебаться. Так. Да, конечно, чувак зря на меня напал, так сказать. Он не думал, что такое вообще возможно, что ему окажут сопротивление. И бом-бом. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я говорю, Хантли это просто, ну, машина моей мечты, блин. Она реально, блин, вот вы видели сейчас, что было. Вот любая, вот Банши бы давно уже бомбанула, если честно. А Хантли это, ну, это Хантли. Этим все сказано. Вот поэтому я ее и купил. Вот я Банши продал, когда я вообще, кстати, Банши чисто случайно продал. Да, кстати, если вы хотите, чтобы, ну, я записал это, конечно, если вы хотите посмотреть, как, ну, какой-нибудь, не знаю, трэш, типа трэша, как я продал Банши, то, в общем-то, пишите в комментарии, если наберется достаточно комментов. Ну, я не знаю, ну, там, не знаю, сколько, в общем-то, ну, блин, же за 600, ладно, фиг с ним. В общем, если вы хотите посмотреть, как я продал Банши, просто напишите в комменты. И я, в общем-то, выложу это как трэш. Но там ничего интересного. Нет, есть, конечно, интересное, но уже после продажи. Ой, там что-то пролетело очень быстро. На радаре, вроде бы. Я на записи посмотрю, или у меня глюки, или там реально что-то пролетело сейчас. И вы там отмотайте чуть назад, посмотрите. Как я только выезжал из чинилки, там что-то на радаре пролетело. Ну, в общем, неважно. Читеры, хуитеры. Так, а мне надо быстрее, кстати. У меня 30 секунд осталось. Я что-то заболтался жестко. А вот уже все. Я рядом. Отлично. Сейчас потушим нахер чей-то пукан. Или чей-то бизнес. Во-во-во-во-во-во. Успел, в общем-то. Успел. Так, отлично. Роман Бухало прибыл. Да, в общем, не забывайте, что у меня теперь такой ник. Он у меня, кстати, уже давно. Я в РМ-то был с этим ником. Надо же было ник-то на русский менять. Вот я и поменял на этот. А вы что думаете, что это домино? Не знаю почему. Так, в общем-то, тушим. А чё мы тушим? Нихуя, казино со входом с 5К тушим. Мне вообще должны за это, блин, не знаю, с казино дать 500К за пожаротушение. Пуканотушение. Так, в общем, о чем я бы говорил? А, о том, как я продал Банши, в общем-то. В общем, чисто случайно получилось, в общем, да. Пишите в комменты, если хотите посмотреть. И, в общем-то, после этого я думал, какую тачку купить. И, в общем-то, я думал между Мотиком и Хантли. Потому что мне же надо было еще улучшение купить за 100К. Вот я купил и денег на... Не, в принципе, я мог еще купить там, не знаю, какую-нибудь Легию, Феникс, вроде бы как. В общем, вот так как-то. Но я именно хотел Хантли. Там опять что ли отстык? Я просто сегодня с утра думал, может, в какую-нибудь банду вступить, снять что-нибудь в банде. А, гахер там. С банды, как всегда, сливают тут же им суешь скиллы в нос. Все по сотке они, блядь, сливают. А, не, это вроде не тот. Или тот, хуй знает. Просто, короче, с отстыком тоже такая хуйня приключилась. Короче, я приехал на мэрию, там, короче, вижу отстык. С каким-то бичом. Ну, как бичом, в дорогом скине, там, не знаю, кто такой. В общем, поехали они на Теру, на Ацтека, и Ацтек продал этому бичуган. Короче, бичуган продал, и я такой сую скиллы Ацтеку, он отказывается. И этот бич... Так, ну я в ЛВ, он в ЛС бежит, нам не по пути, чувак.
И, в общем, этот бич начинает в меня целиться. Я начинаю его сливать. Я в него 2 раза выстрелил, он на месте стоит. Стреляю 3-й раз, 4-й, он не дохнет. Ну, короче, ГМ, походу, подрубил. Ну, я так думаю, что да. Потому что он тупо стоял, и я в него стрелял. Он не дох. И потом, короче, отстык меня слил. Да. И, в общем, так вот. Ацтеки, вот в какой раз я убеждаюсь, что ацтеки вообще педрилы. Вообще, еще те педрилы, я не понимаю. Уже лидеров столько сменилось, они все педрилы. Блин, я не понимаю, что за люди такие. В ацтеки я, короче, вообще не хочу. Я хочу в какую-нибудь другую банду, в общем. Не, если, конечно, кто-то есть из подписчиков ацтеки, то пойду, конечно. Так. Ладно, неважно. Я могу сложить теперь металл. У меня вон всего 362. Опа, Лас Вентурас, отлично. Сейчас по-быстренькому тогда сложу. И все, юз, положить металл. Во, все, отлично, даже не надо, не пришлось 50 писать. А что не выходит-то? Сука. Exit. А, во, все. Я уж думал, я застрял в доме. На альт что-то он не выходил. Так, в общем-то, едем, едем мы быстрее на пожаротушение. Ой. И, наверное, на этом можно уже и закончить летсплей. В общем, сегодня я опять-таки много всего рассказал. У меня летсплей, блин, какие-то вообще всегда я что-то рассказываю, блин. Меньше делаю, больше рассказываю. Но хотя нет, тоже экшен такой немного был. В общем, бомж напал. Главное... А, да, кстати, бомж-то это требовал 100 долларов вроде бы. Я бы мог ему и дать. Чё я жадный-то такой? Блин. У меня просто это, что-то азарт разгорелся, захотел его убить, что-то. Блин, если честно, я только сейчас вспомнил, что он у меня требовал. Я просто помню только, что он на меня наставил пушку и надо было отстреливаться. Я только это помню. А то, что он меня просил там, не знаю, хуйню какую-то, 100 баксов, да я бы ему косарь бы дал, если бы он просто попросил. А вот то, что вот с таким вот, с такой, блин, агрессивностью и с такой, блин, желанием, блин, ну вот, ну, короче, вы сами все понимаете, я думаю, то, что он, если бы нормально попросил, я бы ему и косарь бы отдал. А то, что он меня требовал, блин, то фиг ему. Вот сами понимаете, надеюсь. Да что не тушится-то? Что за пожар такой неправильный? Да что за херня? Что он не тухнет? Что за фигня? Меня не кикнуло? Нет, все нормально. Он нихера потух, блин. 100 лет тушил его. Так, еще, туши, туши, туши. Ну, так, вот еще тут. Так, в общем-то, вот такие дела, ребят. Вот такие вот дела. Так, давай, давай, тушись, тушись. Такой звук. Вынь, вынь. Ну, давай, ну, последний. А, не последний, еще один. В общем-то, с пожарником работать очень легко. Труда никакого не составит. Минус будет лишь один, потому что сейчас утро, сейчас никого нету. Ну, сейчас еще раз проверю. А, ну еще двое. Ну, в общем, не важно. В общем, пока я ездил, мне никто не попался на пути. Хибать, негр. Еще, блядь, шапка новогодняя. Блядь, капец. А что это у нас за бизнес-то? А, это у нас бар какой-то. А, надо еще и закончить рабочий день. Ладно. Не больно-то я уж и хотел в вашем баре сидеть. В общем, вот такие пироги. В общем, много всего рассказал. И серия тоже получилась экшовенькая такая. Такая, ну, я думаю, хорошая серия. В общем, на шахту съездил, посмотрел, сколько бомжей. Меня хотел ограбить бомж. Блин, вот реально, вот если бы он меня не ограблял, не грабил, точнее, а просто попросил, я бы ему дал, чувак, вот реально. Ой, да кому я говорю, конечно, ты меня не смотришь, ты меня даже не знаешь. В общем, ладно. В общем, всем спасибо за просмотр.
Если вам понравилось, можете поставить лайк. Также, если вы впервые, то подпишитесь на канал. Вас ждет еще много роликов, не только по сампу. В общем, не забывайте смотреть другие ролики на канале. С вами был Оз. До встречи, удачи и... Да, кстати, скоро каникулы кончатся. Буду опять полдня сидеть в колледже. Тьерра-Рабада, это же, блядь, далеко. Вы что, охерели, что ли? Тьерра-Рабада. А в принципе, почему бы и не погнать? А давайте, наверное, погоним. Почему бы и нет? А хотя, мне кажется, меня опередят вон те двое. Ну, в общем, попробуем. Попробуем съездить. Я вроде как уже прощался, ну ладно. У меня всегда так. Я попрощаюсь, а потом опять что-нибудь делаю. В общем, ладно. У меня еще 2,5 минуты. Я надеюсь, я успею. Ну, в принципе, что там по дороге, по прямой проехать и все. У меня вот такое вот сейчас чувство, что сейчас я куда-нибудь или в воду какую-нибудь лечу, или что-нибудь со мной сейчас это. Вот по-любому, когда вот заканчиваю что-нибудь, а потом опять продолжаю что-то это. О, фары, надо с фарами ехать. Так эпичнее. Да, Хантли, конечно, гонит она не очень, но зато она по прочности тащит просто. Ну, вы сами видели, как я просто падаю, кувыркаюсь, а ей хоть бы чё. И, конечно же, номера, вон, тут номера будут мои. В общем-то, узнавайте меня по этому нику. И номер мой сотовый, ну, в тута, в сампе, 104-49-28, в общем-то. Но также всем спасибо, кто кушает мои закусочные. Если кто не знает, закусочная у меня Южнее Грув Стрит, там найдете прям рядом с Грувом, ну, вниз по карте. В общем-то, вот так. Думаю, еще может какой-то конкурс провести, но не знаю. Я, в общем-то, еще хотел в Стиме купить. Если знаете, напишите, кстати, в комментарии, если знаете такую игру Rust. Мне, вот я посмотрел по ней ролики, в общем-то, очень-очень интересная игра. Ну, мне вот так вот она видится. И мне очень бы хотелось ее купить. В общем, она очень, по мне, так клевая. Я бы хотел бы ее купить. И, наверное, скорее всего, я ее сегодня и куплю. Сбегаю до ближайшего банкомата, кину. Сколько она там стоит, не помню. Но, в общем-то, я ее хочу очень купить, потому что по роликам она мне очень понравилась. Такое прям, знаете, выживание такое эпичное. Так, ну и чё, видите, Хантли, она все проезжающие, она может просто все. Вот, в общем-то, вот так. И там что-то горит. У меня 20 секунд осталось. Я сейчас из-за этой стены не успею. Я лучше вот так вот перепрыгну нахер. 15 секунд. Ёпта, просто, блин, пожар. Только и успеваю приезжать на последних секундах. Приеду, когда уже все сгорит. Тут уже эти бедные вагончики все просто сгорели дотла. Я не знаю, что от них осталось. Остался, наверное, один корпус. Внутри уже все сгорело нафиг. Вот я не знаю, конечно, можно было жить и в таком вагончике, вкачать его, и тот же шкаф, и то же самое. Не, ну, конечно, местонахождение у меня лучше. Это вообще в какой-то заднице. Я бы тут, конечно, не хотел жить. А вот вагончики у Лос-Сантоса, знаете, где по пути к ферме, ну, на сам ПРП к ферме. Вот я бы в том бы вагончике бы жил. Но раз уже у меня этот дом прокачанный и полный металлами патронами. Ну, патронами как? Скоро уж кончится, надо куда-то во фракцию идти, чтобы пополнить. Так, Максим Чернов, скажи мне спасибо, я твой дом потушил. Лол. Так, а вот я не знаю, если пожарник не приедет, то пожар он сам потухнет, ну, исчезнет вот эти очаги, или же он будет, я не знаю. Так, ну вот на этом точно надо закончить, потому что сейчас опять какой-нибудь пожар начнется, и тогда это все капец. Так, ну, в общем-то, еще раз всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось
Ждите новых роликов, смотрите другие ролики на канале. А пока я с вами прощаюсь. В общем, всем удачи, всем пока. И негр-пожарник с вами прощается. Лол.